На улице Калинина автомобилист сбил женщину с ребенком на руках. С места ДТП малыша забрала скорая помощь. Женщина с ребенком ждала автобус в районе остановки «Чайка» на улице Калинина. А прохожие рассказали, что пенсионерка держала 4-летнего мальчика на руках. Когда подошел нужный маршрут, пешеходы последовали к нему. В это же время водитель стоящего на остановке автомобиля фирмы «Такси» включил заднюю передачу и, нажав на газ, сбил пенсионерку. После удара женщина с ребенком упали на проезжую часть. Любопытно, но своей вины владелец «Тойоты» Карина не чувствует. По мнению мужчины, пострадавшая сама виновата в том, что подошла к дверям автобуса. Люди торопятся, они видят, они им же дороже в автобус залезть, чем собственная безопасность, я считаю. А так. Вы по зеркалам смотрели? Да, она как раз побежала в тот момент, когда я смотрел в то зеркало, в левое. Она бежала с правой стороны, я правой стороной машины ее задел. Врачи скорой помощи осмотрели мальчика и его бабушку. Выяснилось, что травмы получил только ребенок. Малыша доставили в одну из больниц Владивостока. В районе дома 55 по улице Калинина водитель автомашины «Тойота Карина» при движении задним ходом совершил наезд на двух пешеходов – бабушку и 3-летнего ребенка. Бабушка 3-летнего ребенка держала на руках. Мальчик был госпитализирован в городскую клиническую больницу номер 2 с различными травмами. За совершенное ДТП водитель Карины рискует понести уголовную ответственность, ведь по его вине ребенок получил травмы средней степени тяжести. Также мужчина может лишиться водительских прав.